Шадринске на базе детско-юношеской спортивной школы «Парус» состоялось первенство города по спортивной и фитнес-аэробике. В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена в возрасте от 5 лет и старше. В «Парусе» данное направление появилось у нас с начала года 23-го, и уже за это время прошли и соревнования. Дети у нас активно ездят в Курган, участвуют в областных соревнованиях, где занимают первые, вторые, третьи места, и уже даже некоторые из воспитанников получили юношеские разряды. В нашем городе существуют три школы фитнес-аэробики на базе спортивных школ «Парус», «Ермак» и фитнес-студии «Джамп». Мы уже занимаемся 7 лет, но этот спорт мы развиваем уже как 2 года. Ездили в Курган на фестиваль, на соревнования, занимаем призовые места. У нас старшая группа, средняя и младшая. Ходим мы где-то 4 раза в неделю, родители помогают, потому что оплата поездок, каких-то атрибутов для тренировок, да, помогают очень сильно. Костюм оплачивают, нам шьют. И поддержка всегда. Занимаюсь я уже 3 года. Тренер от нас хочет, чтобы мы старались, выступали, чтобы мы выступали как настоящие чемпионки, чтобы мы были лучше всех. Мы приходим, разминаемся, прыгаем все прыжки, делаем растяжку, садимся на шпагаты, повторяем наше выступление. Я пошла с подружкой Настей. Она меня позвала, я подумала, почему бы мне не пойти и попробовать свои силы. И за эти 2 года я научилась садиться на шпагаты, делать отжимания, прыгать все прыжки. Часто у меня многое не получается, многие тренировки даются трудно, но все-таки пару результатов я добилась. Я добилась хорошей растяжки, прыжки, конечно, прыгаю не все, но более-менее. Родители всегда помогают мне в соревнованиях, часто пытаются съездить со мной в Курган. Или даже вот здесь. Сейчас сидит в зале моя мама. Мы сегодня приготовили номер сольный. Там, где мы будем выступать, там махи, шпагаты, прыжки и все вот это. В этом году впервые в городском фитнес-конкурсе выступила и возрастная группа 18+. Занимаюсь в джампе 4 года. Представляю категорию в первый раз сегодня взрослые, 18+. Вид спорта для меня этот очень большое значение имеет для поддержания здоровья, физической формы, ну и в целом хорошего настроения. Соревнования проходили в нескольких направлениях. Аэробика – 1 человек, степ-аэробика – 2 человека и групповые показательные выступления. Под динамичную музыку все участники мероприятия демонстрировали спортивные элементы и танцевальные связки. По итогам городского первенства все получили дипломы участников. Лучших наградили медалями за первое, второе, третье место каждого в своей номинации.